Богом, жовнку буде. Дівчинки, як скільки здесь напись? Запись? Он только передает. Передачи, да, генетически. Прокомментировать нынешнюю ситуацию на данном участке фронта. Данный участок фронта Горловка. Обстановка. Хорошего ничего нету. Обстрелы. Бьют со всего, чего можно. Ночь хотят сделать адом. Днем отсыпается, ночью обстреливает. И так каждый день. То есть, получается, враг бьет сначала по позициям, а потом начинает бить по поселку? Ну, бывает и так. И сюда, и туда одновременно. То есть, ситуация, можно сказать, с каждым днем ухудшается? Она нельзя так сказать, что она ухудшается. Она вообще плохая на протяжении этих двух лет. Стабильно напряженная, скажем так. Да, как говорит. А за минувшую ночь много она прилетала, из чего стреляли? Стучали нам всю ночь. И сегодня начали даже с 7 вечера уже, то обычно с 9 с 10, а сегодня уже с 7 вечера начали стрелы. Как поменялись, ротацию провели, и поэтому новые бандерлоги просто уже не могли удержаться до темноты и начали это еще с вечера. И работает то, что запрещено, собственно, минским силам. Ну да, 120-й миномет, дальнобойная артиллерия, это до 152-х, Васильки, 80-е, Зушки, танки, БМПшки. Все, что есть на передку. Каждый на той стороне просто считает для себя за честью, если он не выстрелит, значит он не уснет. Поэтому фашисты. So the situation on this part of the front is really heavy during almost 2 years. The new Ukrainian Nazis that came during the rotation are even not waiting for their nightfall, and they start shelling at about 7 o'clock in the evening. The situation is really serious here because all kind of heavy artillery is working here, even those that should be withdrawn according to the Minsk agreement. Firstly, the Ukrainian Nazis are taking their positions, and then they start to shell their civilians in the village itself. Спасибо. Я сам из родился в Горловке. Позывной у меня Кеша. Мы здесь стоим, защищаем свою родину, родных, близких от фашистских захватчиков. Мы не наступаем, мы просто защищаем мирное население. Кеша, ты давно служишь? Год уже. Что за это время службы тебе запомнилось? Ну, запомнилось было и... Ну, разные моменты были. Хорошее, плохое? Хорошее, да? Плохое было, да. А вот из хорошего что-нибудь? Понятно, что война – это горе, это трагедия, это смерть. Ну, все-таки что-то хорошее, чем бы ты мог поделиться со зрителем. Ну, хорошее, во-первых, это вот, подразделение, это семья. Каждый друг за друга переживает, это товарищи. Такое братское плечо. Братское, да, плечо, опора. А вот сегодня начинается саммит в НАТО. Как ты думаешь, может ли быть такое, что Украина получит карт-бланш на полноценные боевые действия на Донбассе? Ну, насчет этого даже... Прогнозов нет, да? Прогнозов нет. Ну, в принципе, можно ожидать чего угодно. Чего угодно, да. Какие-то приветы, пожелания, может быть, хочешь передать? Ну, хочу нашим бойцам передать, чтобы все держались, все у нас наладится, все будет у нас хорошо. This guy, his code name is Kesha, he's from Gorlovka, and he's defending his own land. He's standing on these positions with his friends, with his comrades, and he's talking about that despite the war, all this tragedy, destruction and death, the most important thing and the best thing in the war is the real friendship. And of course, he is honored to have such real comrades and friends
nearby. I asked him about NATO summit that starts today and what can be the consequences of it. Maybe Ukraine will have the green light to start the real war. And he says that he doesn't know, but everything is possible with Ukraine. But the guys are ready, and he sends his greetings to all their defenders of the DPR, and he said that everything will be fine and we will protect our land. 1 week ago. Ребята, вот тут помните, смотрите. А, ну тут, конечно. В одном месте, Серёжка, не знаю. Недавно, вот, отдохнули. Снимаю. Вооруженных сил. Вот что притворили дом. Здесь жил ветеран Великой Отечественной войны. 3 войны, говорят, прошел. А в результате вот на старости лет получил заряд в дом, защищал эту Украину. Одни головешки поставались от дома. Слов нечего сказать. Все, что человек нажил за всю свою жизнь, превратилось в пепел. So the result of numerous Ukrainian Nazi shellings. In this house lived the veteran of the Great Patriotic War, and also he participated in 2 other wars, and that's a surprise from the Ukrainian army that happened in the end of his life. Я просто хочу поставить ногу.